Здравствуйте, зрители, слушатели. Славянск, 2 сентября 2022 года. Ситуация в городе нормальная. Магазины работают. Покупателей много. Товары все есть. Укрпочта восстановила работу тоже после 3 дней затишья. Сейчас там тоже наплыв людей. Водоснабжение тоже восстановлено. Свет, интернет тоже присутствуют. Такая вот общая картина. На улицах машины и люди присутствуют по своим делам. Погода солнечная сегодня, тепло. Вот так вот. Всем хорошего настроения и до скорых встреч.